Друзья мои, я рада приветствовать вас во второй части 183-го видео. Сразу начинаю с нового комплекта. У нас с вами серебро, серебряные украшения, пятничный итальянский сериал. Продолжение, мои контактные данные в комментариях под данным видео. И, девочки, снова взяла веер, который я вам показывала в первой части. И мне хочется начать данное вещание с комплекта, который у нас был, есть и остается в одном экземпляре. Я обожаю рубины, но в этом случае это не рубины, рядом лежало. Это старый, старинный, можно сказать, комплект. Я не могу назвать антигуидат, а сколько времени, да, но он длительное время находился в салоне, в нашем салоне ювелирном, потому что салону 40 лет, как я говорила. И поэтому для тех, кому не важно самоцветы, для тех, кого нет направленности только на что-то одно, потому что, я повторяю, я всеядная, если мне нравится украшение, оно мне нравится. Конечно, желательно, чтобы был натуральный камень, но если мне нравится работа, законченность и так далее, я, пожалуйста, я готова и к золоту, и к серебру, и к такому роду украшений. В данном случае здесь фианит и серебро, ювелирное стекло, все это вроде, и законченность великолепная. Это такой намек на старинное украшение, потому что раньше изготавливались такие украшения, и женщины носили на праздники, носили с красивыми в Испании, в том числе с красивыми какими-то аксессуарами на голову, с вуалями и так далее и тому подобное. И он остался один, и я хочу вам его предложить. Это кулон и сережки. Сейчас мы с вами будем рассматривать веер здесь. Здесь тоже под стать, получается очень красивый, классический, красивый, нарядный, вечерний образ. Давайте рассматривать с цены, где цена, по-моему, здесь нет, секундочку, ну давайте рассмотрим, потом я вам скажу цену. Вот такие великолепные серьги крупные. У нас такое было с бриллиантами в белом золоте, с бриллиантами и с рубинами, с изумрудами тоже было, девочки. В данном случае, вы знаете, кто хочет что-то на праздник, кто хочет что-то яркое, кому идут рубины, я обожаю рубины. Здесь, повторюсь, это не рубин, но тем не менее, вы видите, какая это красота. Замочек омега. В руках по ощущениям, тактильно ощущается, что это украшение из золота. Потому что когда открывается замочек, открывается заглушечка замка омеги. А где же у меня цена, девочки? Я вот это не поняла. Интересное кино. Сейчас будем разбираться. Вот она. Вот она. 123 евро, друзья. Главное не потерять. 123 евро. Серебра здесь предостаточно. Это не пушиночка. И вот так это смотрится. Вы видите, да? И здесь, соответственно... Секунду, мои дорогие. Я отложу это. Сейчас мы с вами рассмотрим. Мы сейчас рассмотрим. €20 и €14. Девочки, ну что я могу сказать? €20 и €14. 14 евро цепочка, 20 евро, я так понимаю, кулон. Если Флора ошиблась, ошиблась. Не знаю, сейчас ничего не могу сказать. 20 евро, 14 евро, вы видите, да? Так все это выглядит. И с обратной стороны смотрится вот таким вот образом. И на вот такой цепочке, вы видите, да, девочки? Какая красота. И серьги, соответственно. И так все это смотрится. Ну, богатство. Здесь богатство. Здесь, знаете, здорово. Кто хочет либо на праздник, кто хочет сделать какую-то фотосессию, либо тот, кто хочет сниматься в голливудских фильмах и не хочет тратиться на бриллианты, то пожалуйста. Ну, это, конечно, шутка, но в любом случае есть ощущение, что это нечто такое путевое. Поэтому я вам показала. И давайте с вами продолжать. Давайте я покажу вам вот эти сережки. Тоже из старинного. Здесь уже очень интересно. Секундочку, зашла одна женщина, но я не хочу прерываться. Мы будем идти. Мы открыты 2 раза в неделю, поэтому, соответственно... Секунду, мои хорошие, давайте я надену. Вы все увидите. Поэтому, конечно, Флора тоже хочет время зря не тратить. Если кто-то зашел, надо, да, пообщаться, все сказать, всю информацию, если получится, продать. 78 евро.
Давайте я вам покажу. Вот так все это выглядит. Все, женщина вышла. Девочки, 78 евро, серебро вроде, старинная здесь вариация. Хорошо, я могу быстро переключаться. Я настолько коммуникабельна, я прям, я не знаю уже, как себя, да? Я маленькая была девочка, я говорила, Катя хорошая, Катя хорошая. Вот. Вот поэтому такое. Катя умненькая. Потому что кто бы не зашел, что я быстро переключаюсь, я быстро вхожу. Это Рима моя хорошая мне писала, говорит, Катюша, ну как ты можешь, там кто-то разговаривает, ты ведешь съемку. Я говорю, ну профи может, все, Рима, ну на самом деле это так. Так, 78 евро, родированные сережки, и здесь тактильно, как будто бы золото, девочки, я вам говорю, просто как оно есть. Здесь серебро вроде, вы смотрите и любуетесь этой красотой, цена очень хорошая. Красивые висюлечки, красивая вариация. Легчайшие, и вы видите, как они на ушке. Дайте-ка я посмотрю еще, как это смотрится на ушке. Я считаю, что очень. Девочки, это вообще, конечно. Девчонки мои, они веселые. Так, сейчас я все это уберу. Мы с вами продолжаем. Я думаю, все. Я вам в первой части показывала вот эти сережки из золота. Они очень тоже вот в таком восточном направлении. Но вот это уже серебряные сережечки, тоже из старенького. Так, мои хорошие, из старенького в том плане, что винтажная, да, девочки? Давайте я надену вот эти серьги. Сейчас вы, конечно, опять, которые... Ой, Трейсон, так. Ой, секунду. Это я снимаю, девочки, а наша подружка разговаривает. А так как она меня зовет профессорой, синкарни, кому мы дисус, профессора? А я на нее говорю доктору, доктор, ну я вам уже говорила. А я говорю, ну что ж ты разговариваешь, я снимаю. Ну так ей дала понять. И Флора ей говорит, она же снимает, тихо. Она говорит, все, говорит, сейчас мне профессор тройку поставит. Ну шутим мы так. Окей, ¿qué pasa? Sales a Telecinco, te lo digo la verdad, segunda vez. ¿Quieres salir? Ven, ven aquí, te presento. Que voy a salir. Porque que... la gente conoce Flora, a ti no conoce, ven aquí. ¿Pero para qué? ¿Quieres o no quieres? Para salir en Telecinco. En Telecinco, claro. No, Telecinco, la mujer, no, Telecinco, es en el vídeo. No, escucha, Encarnie, eso es plan broma, Telecinco no es. Ой, девочки, секунду. Sí, yo te digo doctora. Digo, tenemos una amiga que ella me dice profesora porque siempre grabando. Yo le digo doctora. Y ya está, hay que explicar, ¿no? La cosilla. Ah, claro, claro, eso está bien. Так, девочки, я прошу прощения. Вы все это мотаете, все наши болтушки, вы все это мотаете. Что я хочу? Давайте я возьму вот этот веер. Нет, я возьму вот этот веер. Или я возьму вот этот. Какой же мне? Давайте я возьму вот. Пускай будет розовые серьги. Наконец-то они продадутся или нет. Я не знаю, в чем дело. 111 евро они стоят в одном экземпляре. Здесь серебро. Вот такая красивая сеточка. Но все они, девочки, у нас. Наверное, они нас не хотят покидать. И останутся они со мной. 43 евро, друзья мои. Веер. Ручная работа. Может быть, это как-то... Может быть, кто-то в парочке захочет. Здесь очень красивые детали. Вот такой вот камушек. Я так думаю, что это натуральный, девочки. Это агат. И вот такая вот красивая кисточка у веера. И вот так все это смотрится. 43 евро, друзья мои. Вот так это выглядит. Розы, красивая вариация. Это новодел, девочки. Это не старинные веера. Я вам уже один представила. Это второй из данного показа. И я очень прошу вас обратить внимание на данные серьги. 111 евро. Если бы вы еще видели шлейф на моем платье, вы бы точно это все купили. И вееры, и серьги, еще одни серьги, еще одни серьги. Это ж мой гардеробчик. Вот так, девочки. Красивая вариация. Кто любит веера, мы же с вами дамы со вкусом, мы не обмахиваемся газетками и журналами, мы с вами предпочитаем веера. Окей, 111 евро сережки, замочек, гвоздик. Секундочку,
Давайте я сейчас опять вблизи вам покажу их. Для закрепления эффекта. Вот так они смотрятся. Так, это я вам показала. Я снимаю сережки. Ну, держитесь, мои дорогие, держитесь, потому что хочу вам показать. Давайте я вам покажу вот этот сатуар, девочки. 105 евро он стоит. Здесь серебро в розовом золоте, кварц Офумэ, то бишь дымчатый кварц, оникс и шарики серебро в розовом золоте. Замок карабин можно сделать в два оборота. Тоже будет прекрасно смотреться. Достала вот такой браслет за 47 евро. Здесь также оникс и серебро в розовом золоте. Здесь не шарики, а бочонки. Открывается капе напротив, начинается тело, движение и звуки. Вот так все это смотрится. На запястье до 18, даже до 19, 47 евро. Здесь жемчуг, оникс. Производство Италия. И очень здорово с данным сатуаром. Какие бы сережки мне надеть не шли. Я надену вот эти серьги, и я думаю, они вас порадуют очень. Это сапфиры. Вы знаете, мне похоже на циезит. 135 евро в шахматной огранке. Вот такая красота. Тоже заказывать больше не будем, девочки. Ловите момент. Если что-то понравится при закупке, какой-то другой камень, другая вариация, то да. Если я это покажу в каком-то из видео, в следующих, это означает, они не проданы. Потому что другого не дано. Ничего, то, что у нас есть сейчас, вот сейчас все уже практически, я распродала все, весь салон. Осталось кое-что из золота, да? И все будет закупаться другое, девочки. Я не говорю, что это плохое, но это уже есть, это уже, это вы видели. Хотя я иногда вспоминаю и думаю, боже, почему я не купила то украшение или это украшение? Вы смотрите, какая прелесть, как это великолепно смотрится. Это очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Опять же, с данным веером, в том числе, девочки. Все это ручная работа. Я считаю, что бесподобно. Серьги вообще бесподобные на любую мочку уха. Были эти модели на маленькую, на среднюю мочку. В данном случае на любую мочку уха. Давайте еще раз для закрепления эффекта. Ну, здесь прелесть, девочки. Здесь прелесть во всех отношениях. Тесненный красивый эффект с обратной стороны у сережки. Яркие, красивые, нарядные серьги. Браслет просто великолепный, на мой взгляд. Детали выдают себя. Это просто красота. И я снимаю данное украшение. И что я хочу надеть, вы сейчас даже не можете себе представить. Так как я экспериментирую в том плане, что мне хочется вам подать и нечто интересное, да, в первой части были золотые украшения, да, я вам, по-моему, их все показала, то я хочу показать вам парочку ожерелья с махорики, девочки. Махорика – это не культивированный жемчуг. Почитайте, пожалуйста. Но здесь, посмотрите, это из старого. То, что есть у Флориды, из старого. Смотрите, какие здесь детали. Этому уже приличное количество лет. Раньше это Флора продавала. Все это, конечно же, серебро в золочении золотом 18 карат. И жемчуг махорика. Качество у него отличное. Ничего у вас не посыпется, не облезнет. Ничего не будет с этим жемчугом. Где он раскрывается? Вот это меня интересует. Сейчас я это найду. Он должен раскручиваться. Я нашла, девочки, по-моему. Нет. Нет, тут тоже нет. Тут тоже нет. Здесь тоже нет. Может быть, вот здесь. Тут тоже нет. Это очень интересно. Обычно я сразу вижу. А здесь я не вижу. Флора, пойдет собри? Окей, ну пойдем контра. В последний момент я нашла. Девочки, смотрите здесь, как интересно. Вот оно спрятано. И вот таким вот образом закручивается. Детали очень красивые у данного ожерелья. Априори своей дешево это стоить не может, потому что это уже эксклюзив. Это начнем с этого. Этого вы нигде не найдете. В новой коллекции этого нет. Это старое, старинное, винтажное. Оно не старое, в плане старое, чтобы кто-то носил. Это я неправильно говорю. Давайте я надену вот эти сережки.
Сережки стоят. Здесь еще в песетах. Это мне надо будет вам сказать, сколько это стоит. Смотрите, девочки. Вот чтобы вы понимали, песеты уже сколько нет здесь. Вот гарантия и так далее и тому подобное. Здесь, смотрите, 13, столько-то песет, 1000 песет, вы видите. Это клипсы вообще. Секунду. Да, это клипсы, девочки, это не сережки. Это клипсы. Это у кого ушки не проколоты, то, соответственно, вот такие вот клипсики. Цену потом вы мне скажете, я вам я скажу, я сейчас не буду этим заниматься, я вам просто покажу. Это у кого ушки не проколоты, да, вот такие клипсики. Есть вот такое колечко, друзья. Сколько оно стоит? 66 евро. Смотрите, тоже махорика, серебро, вроде. Здесь оно вот так вот, как немножко разъем, раскрыто. И вот так все это выглядит. 66 евро. Цену я вам сказала на ожерелье. Вот такое колечко. С вами такое разноплановое все, да? Клипсики я тоже снимаю. И сейчас я сниму данное. Угу. Вот так оно смотрится. Ну, детали здесь великолепные. Детали великолепные. И, друзья мои, давайте я вам покажу вот это ожерелье. 299. Махорика в серебре. Девочки, 299. Окей, надену вот эти сережки, тоже махорика, серебро в золочении, 59 евро они стоят. Шары повторяют данную вариацию, вы видите, да? Секундочку, сейчас я надену. Давайте с вами вот так. Полюбуемся на эту красоту. И вот таким вот образом. Вот такие серьги. Это еще не все, мои дорогие. Пару колец у меня есть малюточек в серебре и родии. Небольшие кольца, можно два вместе надеть, вы видите. Одно колечко вот это, оно вот с таким разъемом. Оно стоит 66 евро. Это серебро. Почти 17 размер. И вот эта малюточка 39 евро. Вот так оно выглядит. Это махорика, девочки. Мы с вами рассматриваем махорику. Ну окей, давайте, коль скоро я их вместе надену, пусть будет вот такой, как у нас говорят, поцелуйчик. Да, в Испании говорят «ты и я». Особенно, когда это двоечка диамантовая, «ты и я». Бриллиантовая. Так, и что мне взять? Вера. Новые коробочки. Новодел, друзья. Новодел. Это уже не винтажная вера. 43 евро. И вот такая красота. Ну что? Я думаю, эффект вау достигнут. Через вуаль проблескивает шикарное украшение. В одном экземпляре данное ожерелье, друзья. Яркое, красивое. Насыщенное. Серебра предостаточно. И вот такие серьги. Я считаю, что очень красиво. $43 евро. Вместе с веером. Серьги цену я вам назвала. Серьги сюда подстать просто вот по горошинам, бусинам. Жемчуга махорика. Повторяю, мы с вами рассматриваем махорику, друзья. Все в одном экземпляре. Повтора не будет. Уже не будет никогда. Это невозможно, потому что уже этого поставщика нет. Даже не побоюсь сказать этого слова, возможно, и в живых нет. Это много лет назад, когда-то Флорин супруг имел контакт. Уже нет даже мужа, да, моей подруги, поэтому, девочки. Поэтому мы с вами идем дальше. И что я делаю? Я снимаю данное ожерелье, мы его рассматриваем вблизи. Волосы, волосы. 299. Фурнитура серебро. Горошины жемчуга махорика.
внутри шарик, вы видите, да? Вот такое оно очень интересное. Красивое, интересное. Я думаю, это быстро уйдет, быстро будет продано. Что же мне надеть напоследок? Давайте я надену напоследочек вот этот сатуар, мой любимый сатуар. Я знаю, кто его любит. 522 евро. Натуральные кораллы в лимонном золоте, девочки. Если приобретете, вы не пожалеете. Я кораллы наши обожаю. Это то, что я люблю всей душой. И у меня очень много хотелок в этом направлении. Обязательно буду это осуществлять. Смотрите, как это смотрится. Мой рост 1,67 м. Вот такая великолепная нить, чтобы не сказать, что это недорого и богато, это ничего не сказать. Я надену вот такой комплект сейчас, который тоже больше заказывать не будем. Не будем, девочки, смысла нет, только если в личку, под заказ, секундочку. Здесь замочек, петля у сережек. Великолепные серьги, смотрятся дорого, богато, вкусно. С лоском, с блеском, с шиком. Лучшие наши эти украшения коралловые, я просто их обожаю. Серьги сколько стоят, девочки? Серьги стоят, этикетка упала. Серьги, я уточню, сколько стоят. Я думаю, 128, друзья, но сейчас нет у меня на них цены. Колечко стоит 128, сережки, думаю, тоже. Или 155 серьги стоят, и кольцо 128. Но напишите мне в личку, я все это уточню. Так, все это смотрится. Разъемное колечко. И, мои хорошие, для закрепления эффекта достаю. Вот в таких коробочках вам придут веера. Это самый большой веер, крупный, со всего показа, то, что я сейчас я вам покажу в сравнении. И он самый дорогой, 129 евро он стоит, девочки, но тот, кто приобретет, поверьте мне, не пожалеет. Но здесь эффект вау. Я вам очень рекомендую его приобрести как самой себе, так и на подарок, на юбилей какой-то милой, прекрасной даме. Возможно, вы поставите его в такую красивую рамку в вашем доме. Очень много идей, но, соответственно, если вы захотите его выгулить с данными украшениями, это смеральда серебро, с кораллами, которые вы видите, это будет бонито. Он присъелся. Но сабы с кемерара, а бонико, о, ура. Я говорю, Флора, я не знаю, на что смотреть, на бусы, на ожерелье, на серьги, либо на веер, либо, ну, наверное, на все вместе. Но это очень красиво, друзья. Это великолепно. El vestido, la que lleva el vestido, los pendientes, el abanico, el collar, todo, todo, todo. Это в данном случае вот именно сформированный образ. Флора говорит, ты должна показать во весь рост платье. Я говорю, ладно, надо будет этим заняться. Вы, по-моему, видели на катеру, но можно еще продублировать. Смотрите, девочки, какая здесь красота. 129 евро, он односторонний, но он огромный. В соотношении, допустим, с серым, давайте я вам покажу. Но он шикарный. Смотрите, мой хороший. Вы видите, да, разницу? Ну, для тех, кому нужно замерить, я замерю. Ох и хорош, ох и красив, очень красив. Девочки, не пишите, что я испанка, я русская. Но мне нравится все это. Я думаю, что это вне нации, вот эти веера. Конечно, веера это испанский, да, момент, испанский аксессуар, но тем не менее, мы же не будем с вами пользоваться газеткой. Мы можем взять такой веер, представляете, ездить в общественном транспорте. Как открыли этот хвост павлина, как обмахнулись пол автобуса в обмороке. Ой, цирк, конечно. Но если серьезно, иметь такое, это приятно. Даже я бы не отказалась. И я вам всем рекомендую, как самой себе, в одном экземпляре, девочки. Один такой веер. Когда уйдет коллекция, повторить будет нельзя. Все взяли по одному. Очень красиво, друзья. Так, окей, давайте сделаем с вами так. Еще раз дублирую. 128 евро. Снимаю серьги, показываю вам, как они выглядят. Замочек, петля, не знаю, что мне больше нравится, петля или омега, мне нравится все. С золотыми украшениями абсолютно спокойно можете все это носить, абсолютно спокойно. Очень красиво, девочки, очень красиво смотрится. И что еще? Я думаю, на этом все, я буду заканчивать.
Я буду... А, нет, заканчивать я не буду, я должна вам показать поближе снова и снова вот эту работу. Для меня это шедевр, девочки. Здесь краткость и лаконичность, сестра таланта, но здесь великолепные кораллы, здесь великолепная работа посажена. Все это у нас было в золотых вариациях, сейчас это золото в серебре. Но смотрится не хуже, чем золото. Я вам всем рекомендую, потому что, ну, это сплошное великолепие, это сплошная красота, которая... У меня есть еще одно ожерелье. Нет, мои хорошие, на этом я не закончу. Давайте я, надеюсь, видео продолжится. Я хочу вам показать снова, сейчас будет момент. Это уже дорогостоящее, 833 евро, один известный итальянский дом. Здесь серебро в розовом золоте, фурнитура. Микс камней. Секундочку, мои хорошие. 833 евро. Не спрашивайте меня, почему оно столько стоит. Потому что есть определенные дизайнеры, определенные модели, которые именно имеют украшения, имеют такую цену. Флорида Месьерес? Си. Как мы можем объяснить, девочки, почему сумка Шанель стоит столько? Или почему? Кому первый? Масларго. Всему есть своя цена, на все есть свой покупатель, на все есть свой спрос. На пасанан. Это эксклюзив, который не будет иметь повтора. Не будет иметь повтора. Вот такое ожерелье, девочки. Но здесь уже ярко. Я бы к нему взяла вот эти серьги с прессованной бирюзой, из золота, которое я показывала вам в первой части. Золотые сережки, сейчас я их надену. Они здесь очень такие нежные, очень лаконичные. Немножко здесь такой восточный стиль, будет сочетание стилей, но тем не менее будет хорошо смотреться, девочки. И туда пошла заглушечка, секундочку. Я думаю, что все сейчас нормально. Вот так это смотрится, вы видите, да? Немножко такое на ушке будет идти контраст, идти эффект, будет замечательным образом. Ну и, соответственно, с веерами, с какими вы только захотите, вы сможете все это приобрести. Вот такая красота, девочки. Оно было, есть, остается у нас в одном экземпляре. И я с удовольствием вам представляю данное украшение. У нас все дорогостоящие ожерелья раскуплены, практически все, ничего не осталось. Были, которые намного дороже было, и по 1500 евро, и 1200 было, и 800 было. Было с фурнитурами из золота, в данном случае это серебро в розовом золоте. Вот такая красота, и с данными золотыми серьгами, их цена, на всякий случай снова повторю, 385 евро их цена. Вот так они выглядят, вы видите, да? Вот так они смотрятся. Вот здесь чудесным образом. С любыми вашими жемчугами, которые у вас есть, то есть можно варьировать в разные всякие, придумывать образы. Очень красиво, я это же еле вижу на чем-то нежном, светлом. Но с черным платьем тоже есть определенный свой эффект, потому что все-таки оно обязывает, оно такое волюмен, да, оно такое крупное, дорогое, увесистое, яркое. И, соответственно, весь взор будет на данное ожерелье. Обязательно мы с вами рассмотрим данное ожерелье в следующем видео, которое пойдет за этой частью. Я буду прощаться с вами. Я всем желаю прекрасного настроения, хорошего выбора. Жду вас в WhatsApp, Viber. И для тех, кто находится в отпусках и на отдыхе, то приятного отдыха, девочки. Мы с вами увидимся совсем скоро на Эсмеральда Серебро в следующую пятницу. Флора мне показывает здесь два браслета. Ну, давайте уже до кучи. Давайте я вам покажу два браслетика. Такой у нас в золоте с бриллиантами был. Смотрите, какая прелесть. Один браслетик стоит 177, а другой стоит 119. Вот этот багет стоит 119, и 177 он поменьше. Сейчас я его надену, вам покажу. Из багета на запястье до 19, вот эти круглые до 18 будет хорошо, которые 177 евро. Здесь законченность, как у белого золота, девочки. Но это все фианиты, вы видите, багеты. Но вот это вот точно смотрится, как золотой браслет. Жанна, вам привет в Германию. И вас достам ген, да. И один хорошо, и два хорошо вместе. Да, два очень красиво вместе. Поэтому вот так, девочки. Вот такая окончание, да, видео. И, соответственно, вы все детали украшений будете рассматривать уже в следующем видео, которое пойдет за этим. Всем пока-пока и спасибо за внимание.